Так, товарищи, короче, ну, смотрите, что у нас есть. У нас есть суп. Мы, короче, решили быстренько перекусить, потому что нам надо быстро лететь на квадроциклы. Вот, поэтому у нас сегодня в меню суп, рыба, какие-то овощи, курица, и картофель. Все. Суп овощной. Суп классный? Не, да. Смотри, у всё эти. Мне нравится. Не, у Коли кусок мяса плавает. Кабачки, вот это капуста. А, кабачки, капуста. Он на бульоне. На бульоне, все. Лопаем, товарищи. Фасоль. Не, мы не были. Не, еще не было ничего. А за это мы съели базар. Нет, здесь мы вообще нет. Мы вообще нигде нет. Мы только на остров вот этот оранжевый. Они отказались. Бесплатно. Отказались. Мы лучше решили загорать и нырять. Мы купили маски вот эти. Помню, купили. Да, я знаю. Вот это самое удобное. И тут так красиво, прямо на берегу у нас. Да, я знаю, но на этот раз не Oh,
нравится у них. Строится и строится. Там даже крестьянская церковь была вон, с крестами сверху, ушки на матрешке. Как тебе, Коль, такие бараки с рядюшками? Да, такие. Нечешненькие, да? Трехэтажные. Ну что самое интересное, отапливать их не надо, потому что мне неудобно держать. Дачи такие себе. О, и там какие дачи. У-у-у. А что, пустыня большая, можно строиться. Блин, не могу. Видишь кубик? Нет. Тоже отдыхающие. Там же тоже море вообще-то. Отели, наверное, какие-то. Да нет, они тупо тут же тоже на туристах и заработают, что ты думаешь? Виллы, отели и все вот эти дела. Строятся, строятся, строятся. Пожалуйста. На песках. Прямо песок разрыли, поставили, все. О, горки какие-то. Какие горки? Горки. А, может быть. Ну, это тоже, наверное, территория какого-то отеля или, я не знаю. Ага. Я вижу, камера нет, потому что я камеру, блин, держу, не пойми как. Красиво, да? Куча куполов. Сплошные куполы. Интересно. Зефирки. А ты говоришь, зачем мне камеру брать с приближенкой? Потому что это интересно посмотреть потом. Ты же своими глазами не так близко видишь, как я сейчас вижу. Вот так раз приблизил он. Оп. Видите, насколько далеко эти купола? Вот так вот. Что он там был? Какой-то отдельный городок, что ли? Не знаю. Что-то интересно. Ой. Большой. Упс. А, может быть. Ой. Так, а дальше очень-очень много вот такой вот ерунды. Песчаной. Дорогу прорыли. Песчаная ерунда. Смотрите, пожалуйста. Интересно. Видите, какая пустыня. И в ней прям выроби дорогу. Мы по ней сейчас и едем. Самое интересное, правильно сделали. Одна в одну сторону, вторая в другую. И там большой такой обрыв. Если что, неправильно себя ведешь, хряснулся туда и до свидания. Да. А там на той стороне какая-то труба. У вас, наверное. Не знаю. И все, лежишь, пока тебя не спасут. А там вдалеке, смотрите, прям видно эти, как еще песчаные горы. Ну, если вам, конечно, видно. А, по-моему, мы уже где-то что-то... Вот туда, там, где горки, мы будем ехать. Да. Обалдеть. Ну, вы оделись, конечно. Мы взяли. Да. Песок. Просто да. Кто-то одел сразу, кто-то потом. Просто жарко очень сильно.
пока доедешь, чтобы не запариться совсем. Вон что, ребята, приехали. Куда приехали, непонятно, но как-то оно все вот так вот. Вот. Взяли с собой рафатки, все. Сейчас будем там, ой, что мы, непонятно что. Будем сейчас переодеваться, переодеваться. Блин, у меня уже полные ноги камней. И кактусы. О, кактусы, глянь, какие. На камни глянь. Это такие, как мы на море мальчики. Да. Вот это же, как его, гранит чи как? Не знаю, верблюды кушают кактусы такие. Это а камни гранит. Такие, они как соль. Ну да, гранит. О, гляньте, тут можно и пописать, и все на свете, и послушать. Тут тебе покажут. Ух тышка. Нет, она сказала, женщина сказала, что мы поедем, и там где-то в поле, ну, в пустыне будет. Тут по центру все танцуют, а мы все вокруг сидим. Да? Я же говорю, они тут по центру танцуют, мы все вокруг сидим, лопаем, море веселимся, все. А-а-а. Ясно. Ой, извиняюсь, я ничего не вижу в очках. Очень молодец. Очень молодец. Там кошечки, собачки. Все, приехали. Все, мы уже приехали? Мы уже приехали? Да, сейчас инструктаж. Ага. Можно сразу туалет, ё-моё? Мы же подождем инструктаж, потом. А вдруг они потом без нас уедут? А, такие шторки классные, да, прикольно? Так, буфет вижу, туалет не вижу. Скажи, буфет вижу, туалет не вижу. А, туалеты, свод. Слушайте. Подожди меня, а. В школе все... Ну что, товарищи, короче, сидим, зайка переодевается. Одевается, переодевается. Да. Чтоб не было жарко, я ехала в такой штуковине, потому что жарко реально в маршрутке. А теперь переоденусь и будет то, что доктор приписал. Угу. Так что так. Взял с собой штанишки, взял нам с собой кофточку. Раздали напитки. Чаю. Это у нас, короче, каркаде. Каркаде. Чай. Красненький. Вот. И дали нам заполнить, короче, всякие инструкции, почитать, что мы не должны делать, а что должны делать. И что нельзя вот ничего переворачивать. Да, квадроцикл не переворачивать, не наносить ущерб, иначе несем, короче, бабло. Полную ответственность несем за махой. Да, да, да. Надо подписать, короче, расписаться. Понятно, да? Все, товарищи. Оборачиваться нельзя, там еще что-то. Так сильно не трать. Собирайся. Потому что у нас, получается, батарея совсем пустая, а Коля забыл взять новую. Кошмар, смотрите на меня. Это пипец просто. Красота неописуемая. Ну так, ё-моё, песок. Хорошо, что я не в Египте жил, ё-моё. Кошмар. Хорошо, не забывай меня. Давай. Буду мне плату у вас. А очки сверху потом одевать? Да. Так просто, слушай. Давай. Ну а так, да. О. Ну я как меня тетю-мутю замотали, честное слово. Да нормально все, Кис, ты не ерзай, чтобы не размоталось. Ну это пипец. Красиво. Всем нормально, а у нас черти что. Красиво, все. Че черти что-то, мне нравится. Красавица моя. Страшное дело. Все, вон, подевали очки. Пошли одевать все, очки. Все, давай, погнали. Так что ли одевать? Да, и прям на этот самый. Угу. Чтобы на тряпку попадало все. Дышать-то тяжело. Главное, чтобы сзади не расстегнули. Пока еще не цедила. Следите, чтобы она на плечо. Я так долго заправлял. Что за плечо? Я так долго заправлял, пока еще не сидела. Еще буду вам рассказывать, как объяснить, потом буду ехать. Ё-моё, все пропало.